Продолжаем выпуск очередной серии телепроекта «Удачный сезон». В нем англичане делятся с телезрителями секретами садоводческого мастерства. Сегодня наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Гординых. Как быстро и без особых усилий вырастить красивую живую изгородь? Смотрите в новой серии проекта «Удачный сезон». Генеральный партнер – сеть фирменных магазинов агрохолдинга «Саянский бройлер». На участке семьи Гординых сейчас необычно тихо. Как говорит хозяйка, каждый летний день в их доме начинается с мальчишеской беготни. Внуки гостят здесь практически все лето, но сейчас ребята в городе готовятся к школе. Галине Антоновне заливистый детский смех исключительно в радость. Мы живем тут рядом со своими сватами. И внуки у нас совместные, так скажем. Их вот 8 человек, и они там у них стоит бассейн. Качели, у нас тут стол теннисный есть, гамак, вот как-то они и там находят, чем заняться, сюда прибежали, здесь чем-то позанимались, так что они не скучают здесь. Не скучают и сами хозяева, их участок садоводственного Исачной определенно один из лучших. Клумбы полны самых удивительных цветов, а в плицах, на кустах помидоров и баклажанов уже наливаются свежие плоды. На огороде ничего лишнего, все сделано аккуратно и со вкусом. Ну, летом что, живем, жена у меня вот, занимается посадками, я ей помогаю. Вот. Ну, что-то, если вот, по строительству что-то делает. Ну, а так вот, с внуками водимся. Внуки уже разные, от 17 до 5 лет. Несколько лет назад Леонид Александрович построил огромную беседку. К делу подошел основательно. Здесь есть и вода, и электричество. Однако строят здесь не только из бруса и бетона. В ход идут и растения. Живая изгородь однозначно гордость этого участка. Это девичий виноград, лимонник растет тоже. Просто нравится, что вот зелени много. Поэтому, а как делалось, оно, ну не знаю, как делалось. Посадили и растет. Уход особый не требует, где-то подстричь, где-то это полить, так особо нет. Сейчас супруги уже готовят план на следующий сезон. Лето выдалось дождливое, потому несколько многолеток до августа так и не дожили. В будущем году Галина Антоновна планирует высадить парочку новых клумб, чтобы к июлю участок стал еще краше. Александр Бычков, Владимир Селиванов. Местное время. Все сюжеты уже размещены в наших социальных сетях «Одноклассников», ВКонтакте, Инстаграм, а также на сайте телекомпании «Актис». Победители определяют только зрители. Поддержите участников, подписывайтесь на страницы и оставляйте лайки. Лидеры проекта «Удачный сезон» станут обладателями ценных подарков.